Всем привет, это Туманов Плей, и с вами я, Владимир. Мы ползем по городу, ребята. А это Uncharted 2, Дрейк. О, нет. Дрейк встрял, короче говоря. Ага. Да отвали ты. Не, погоди, а как мне тогда? Что надо сделать-то? Надо бежать и стрелять. По колесам надо. О, как, ничего себе, я с ним справился нормально. Фу ты, ну ты, а? Повезло. Я почти без патронов остался. Так. Старый рынок. Наверное, это сюда. Найди его! Черт! Надо прятаться, ребята, прячемся! Ну! О, нифига вас сколько! Он где-то здесь! Не зевать! Че, может, уйдут мимо, а? О, это кто? Ой-ой-ой-ой-ой, как четко-то прилетел! А кто приехал-то там на автобусе? Погоди, что-то было здесь. Так, L1. Четко, да? Еще один, по-моему, остался. А вот. Ну иди сюда, поговорим с тобой. Так, теперь надо найти Хлою. С этим баллоном-то прикольно получилось, да? Как это вот, как это так все получилось? Я вот так его... Я его взял вот так. Швырнул. Подожди. Как я его швырнул? А. Не-не-не, как-то классно получилось. Давай сейчас попробуем еще раз. Блин, как им швыряться-то, а? Ну, что-то типа того, да. Давай, надо искать Хлою быстрее. Я что-то увлекся тут. С этим баллоном. О, ничего себе, блин. Шарахнуло как-то вообще. Не слабо. Ладно, другим путем, да. Пошли другим путем. Только каким, блин? Где ты этот путь найдешь? А, слушай, вон наверх можно, наверное, залезть. Да? Я не вижу, короче, куда идти. Ну-ка, может, сюда на столб? А, подожди, подсказка была какая-то. А, ну вот, вот сюда, походу, ну. Оп, давай, ползем. Все четко, мы же это любим, блин, ползать по всякому говнищу. Дальше чё? Да куда ты, а? Ох! Залезай быстрее в окно лезь. Во! Вот и все, почти целые дома тут стоят, блин.
Опа, очки. И аккуратно, аккуратно, сейчас пол проломится, пол. Туалет, не надо никому сходить. Так, ладно, просто вниз. Припарковался. Да, вообще в стену въехал. Тут, кстати, все залило, прикинь, водой вообще, все. Припарковался. Еще по шкафам не лазил, самое то вообще, да? Дальше куда? Ну, так же по шкафам наверх. Погнали. Вертолет прилетел, ребята, вертушка чья-то. Ну-ка, быстро надо валить отсюда. А если он стрелять начнет сейчас? О, этот не заметил меня, капец. Увлекся вертушкой, да? Дальше куда? Не туда, блин. Надо было зацепиться, там вывеска была просто, и все. О, нет. Вывеска, вот за эту вывеску надо цепануться. Перелезть через нее. Ну, давай, давай, а то нас сейчас увидят здесь. Ну, Дрейк, ты чё, блин? Или чё, прыгнуть можно? А, вниз надо, во. Дальше, дальше, он куда-то пытается ещё прыгнуть. Нет, не туда. Монстр рукопашного боя, короче, вообще чётко. Так, вниз. Давай еще вниз. Блин, ну я не знаю, наверное, просто вниз. Разрезать улицы. Точно. Что за пушка, кстати? Его я не забрал у него в тот раз. А, так это снайперская. Нифига себе. Так пойдет с такой, погоняем маленечко. Дальше куда? Наверное, сюда. О, здорово, чувачок. Черт. Блин, и что, никого не... Даже никого не прибил, что ли? Да вообще, что-то я встрял, ребята. Что-то вас много слишком тут. На, так. Хорош, хорош. Вы что так стреляете-то сильно-то? А? Давай будем по одному разбираться с вами. Так, раз, два, три. Давай, следующий кто? Следующий ты, да? Следующий ты. Подожди, я еще не начал даже стрелять. Что за бочки? Ну, давай по бочкам. Такой режимчик хороший снайперский. Чуть-чуть, правда, приближает, но... Патроны. О! Эй, ты где? Хорош, хорош, отдышись маленечко, хватит. А, вот он ты, да? Тебе только вылезти надо, и все, я с тобой поговорю. О, ты чё? Да это наглость вообще. Блин, нельзя так, нельзя, нельзя, нельзя. Капец, сейчас прибить могут. Уходим, быстрей. Быстрей, быстрей, перелазь. Быстрей, прячься. Капец, вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. И чё, ржёт надо мной, а? Чё, с самого начала всё опять, да? Вот этот стоит ещё. Да я сейчас всех так вырублю. Так, гранаты это хорошо. Сядем. Я предлагаю по бочке вон той стрельнуть. Все-таки она, мне кажется, взрывается. Нет?
Да хорош, а! Давай с тобой решим конкретно вопрос этот, а? УЗИшка тоже хорошая штука. Да блин, прицелься, а. Так, в принципе, если тут аккуратно все делать, не вылазить вон туда, то можно и отсюда с ними справиться. Издалека. Вот они. А, вот этот дерзкий, короче, типок. Пусть он ближе подойдет ко мне. Вот он идет. А этот с дробашом, считай, идет. Ой! Ой, вот это хорошо получилось, да. Это прям вообще на руку мне. Он прячется. Надо выкурить его из укрытия. О, ребят, пора, наверное, мне кажется, гранатами вас закидывать. Все четенько. Все равно их много, что-то больно здесь, а? Давай, выходи. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это плохо, блин, что они так научились. Ну давай, иди сюда. Вот и все. Следующий. Что-то прям вообще их очень много прям стало. Мне кажется, даже в первой части столько не было народу. Да, лучше УЗИшку взять. То, что нужно. Калаш. Да-да-да, ты прав, калаш, это хорошо. Так, а что, УЗИ бросил? Не надо бросать. Ох, сколько стиральных машинок, любят они постираться. О, нет, гранат я взял хоть, нет? Вот граната. А-а-а, с пулемета прошивает. Прям жестко вообще. Да тихо ты, отвали. Так, аккуратно. Еще где-то лазит. Потом с пулеметчиком разберемся, надо... Это кто? Это кто так зарядил хорошенечко? Хлоя, ты молодец, как всегда, вовремя. Снова я спасаю твою. Вообще респект тебе. Вообще хорошая девочка. Но она же того стоит. Да-да-да. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Так, точно, да, он, тибетский кинжал. Так это и есть... Ключ ко всему. Так точно. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких идей. Вообще-то, знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри, что там. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... То тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя. На гостиницу нет времени, поехали сокровища искать. В этом городе. Да, да, это отличная идея. Пойдем. Да.
Может, постираться надо, то я в тюрьме сколько сидел-то, блин. 3 месяца. Плохо дело. Заперто. Хочешь сломать, что ли? Давай вместе. Здесь. Я поищу обходной путь. Стой, сейчас я найду выход по-любому. Но сначала надо забрать все патрончики. Так, ладно, давай подумаем, куда залезть-то можно. Похоже, на него можно забраться. Да, да, я уже так и подумал. Раскачаемся хорошо и прыгаем нормально. Все. О, куда ты? Блин, не туда. Слушай, а вот здесь зацепиться нельзя, что ли? Ладно, еще раз на столб. Дальше куда? А, все, вот сюда надо. Хлоя, жди меня, я сейчас приду. Где-то она стоит там внизу, сейчас, вон она. Эй, я вижу гостиницу. Вон и отель наш. Я знаю, мы почти на месте. А, вот по этим палкам хотят, чтобы я здесь прыгал, да? Сейчас, как обычно, кирпичи бы начали валиться, по-любому. Нет? Все нормально, крепкие дома здесь. Это чтобы вот эту дверь одну открыть, надо вон сколько усилий сделать, да? Сейчас жди меня. Ого! Эй, идите нафиг! Да хорош, ты чё так? Граната есть? Есть, есть граната, ура! Еще одну надо. Спасайся, кто может. Хорошо, вон баллон лежит, ребята, баллон спасет нас. Что-то прям вообще толпа целая пришла. Дерзкие ребята, я посмотрю на вас вообще, вот, дерзкие очень. Щит можно взять, прикинь. Ладно, нафиг он нужен. Вот гранат надо набрать побольше лучше. Погоди, надо быстрее Хлою запустить. Назад. Заходи. Хоть поможет мне маленечко. Кто там опять, а? Погнали за мной. Гранаты надо собирать. Потому что вообще четко я их с двух гранат тут вообще всех почти убрал. Давай. Подсади меня. Подсажу, чтобы конечно, давай лезь. На такую роскошную задницу просто грех садиться. Держи! Вот видишь, давай. Как много от меня пользы. Блин, да ты поаккуратней там сбросила мне. Чуть по голове не попала. Давай, давай, идем нам до отеля. Чуть-чуть осталось. Где, кстати, он? Где-то здесь был. Или мы уже в отеле? Так, что здесь? А, вот так все. Все просто. Пошли. Идем сюда.
Давай, давай, помогай мне. Я один тут не справлюсь. Давай. А, не, справился. Давай. Уже почти. Не хочу посадить занозу. Всегда, пожалуйста, обращайся. Ага. Так, что-то все где-то тут развалины какие-то, все горит что-то. Крайние меры. Вот так забрели мы с тобой, да? Что показали? Что-то показали. Дела у повстанцев совсем плохи. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видосику. И следующая серия будет. Это на нашем канале, так сказать, продолжение будет. Все, всем пока.